Любите ли вы джаз так же сильно, как его любят армяне? А мы его любим настолько, что в Гюмри есть великолепный джаз-отель. Он находится в культурно-историческом центре города, на пешеходной улочке, где нет шума машин, и это самое любимое место прогулок городских жителей. Отель очень уютный. Есть категория «Стандарт» и «Делюкс». В интерьере номеров очень хорошо подобранное сочетание современности, национального колорита и, конечно же, нотки джаза. Жаль, камера не передает тонкий, очень хорошо настроенный запах номеров. Это очень приятно и сразу создает хорошее впечатление. А этот номер с балконом сразу покорил мое сердце. В отеле очень большое внимание уделяют мелочам. Вы только оцените, насколько прекрасные фирменные печеньки подаются к чаю и кофе. А на третьем этаже есть великолепные мансардные номера. Они тоже one love. Джаз-отель дает очень хороший спектр дополнительных услуг. Есть великолепный ресторан, работает прачечная, во всех номерах мини-бар, сейфы, организовывают экскурсионные программы по Гюмри и окрестностям. При отеле есть ресторан с великолепной кухней, очень разнообразной, как армянской, так и европейской, где всем посетителям отеля предоставляется скидка в 10%. Можно позавтракать на роскошной веранде с видом на пешеходную улочку. Также можно заказать завтрак в номера. В отеле есть великолепный рум-сервис. Друзья, от души советую всем, кто хочет заночевать в Гюмри, остановиться в джаз-отеле. Все контакты и ссылки я оставлю в описании. Приезжайте в гости, у нас тут интересно.